Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ЛТВ, Гусанек, Легенд, Флайнг, Иртик и Тучка. Сергей Тайм, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас обалденнейшая карта. Это дом Гусанька. Если печень кушать, приятного аппетита. А у нас выживание, Эдкат Крабов. Погнали. Гусанек сегодня решил у нас быть хэдкрабом и показать, как надо всех мочить. Ну давай, удиви нас всех. Смотрите, он вообще играть не умеет, заметили? Ты играть не умеет. Сейчас как убьет тебя, да? Да не, он не умеет вообще играть. Видишь, это я ему специально поддался. Ладно, ладно, не хотел, Гусанек-то пощади. Мочи он других пацанов. Кальян, ну кальян. Стремно. Кальян, ну... Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и обязательно залетайте в наш Дискорд, пообщаемся, поорем, ссылочки все в описании. Че, пацаны, еще никто не слился? Не-а. Саня, залезь ко мне. Во, отлично. А, стол нельзя разбить. Дима. Понял. А где он? Вот он. Гусанек, ты знаешь, что ты подписал сам себя, ты никого не сможешь убить, и ты будешь 40 минут нас убивать, и мы будем с тебя угорать все. Да, блин. Сам захотел, говорит, пацаны, паркурьте везде, я могу везде лазить. Ну, теперь мучайся. Пацаны, запомнили его слова? Да. А правила уже менять нельзя, мы будем все паркурить. Не понял. Что это за прикол? Ты что... А я специально поддался, чтобы ролик был веселее. Да блин, это было неожиданно, что за прикол? И Тучка, я тебя замочу. Да? Опа! Ах ты вонючий плащ. Удачи тебе, да, давай. Видели мультик «Черный плащ»? А у нас есть белый плащ. Да ну это же... А я убил? С троя, вы что? Отлично, так он сам подлез мне под лапу, я прыгнул вообще в другую часть. Есть! Да как ты уклонился там? Я умею, видишь. Так, а где Коля? Я не понял. Коля, ты что, зашкерился где-то? Ну так, чуть-чуть, немного. Что тебе надо у меня в холодильнике? Вы хотите кушать? Я знаю, где он. Ё-моё! Убили? Он здесь. Он нет, он возле дивана. Ну, блин, ладно, ладно, ладно. Так, давайте поищем шкафы. Я думаю, что он где-то в шкафу шкерится. Тучка, как ты мог? Меня убил какой-то хэдкраб. Вонючий? Коля, Коля. Вижу, вижу вонючего кота. Ай-та, стоять! Надо подбирать тактику красивую. Прыгать наперед. Есть! За мной трое. А что ж такое? Вижу! Привет, Коля. Ах ты, блин. Эх, да блин, да как ты свою голову убираешь в последний момент? Что за прикол? Ну блин, ну почти. Ну, это что, только двое осталось? А мы же все хэдкрабы? Я еще живой. А ты еще живой? А я знаю, где ЛТВ, он на параше. Ой, на параше. Ребята, настроение классное. Слышь ты, парашник, ты где? Он в мусорке? Или он в унитазе? Я не скажу, ищите меня. А ты что, зашкерился? Ну, можешь сказать, да. Ага. Эх ты, блин, как ты в него не попал? Коля, иди отсюда. Может, он где-то здесь? Вот тут вот, смотрите, есть один кот в сапогах. Нету. Колюня, ну, пожалуйста, иди ко мне. Колюня. Иди отсюда. Блин, да как я не подловил? Давайте сейчас мы сделаем очень классную тактику. Будем ждать, когда кто-то будет выбегать. Все, стоим, а вы его гоняйте. Вот так надо стоять, чтобы как раз я буду прыгать прямо на голову. Смотри, смотри. Ждем, ждем, ждем. Оля, живи, живи. Эх ты! Да ё-моё, не ту кнопку нажал случайно. Ух ты, блин. У нас синхронно прыгаем, красиво. Так, опережаем события. И... Вот тут прыжок надо сейчас сделать. Я, он возле мусорки бегает, обманывает нас. Кто останется последним, тот будет красавчиком. А кого это я убил? Коля. Меня. Ну, Коля, ну ты же сказал, что ты хорошо играешь в этой теме. Ты где? ЛТВ, выходи, подлый трус. Не, я реально не... На лампочке в комнате красной. Я эту карту знаю наизусть, но где он? Я нашел его, он в красной комнате на лампочке сидит. Чувачки. Как мы туда достанем? О, я еще жив. Хорошо, прыгаем к нему. А где он? А, на люстре. А ты туда честным путем допрыгнул? Да, могу потом показать даже. Да, хорошо. Да. О, мы сейчас сделаем классную тактику, ребята. Е-е-е. А ты убил его? Ловите его. А вот он. Все, толпа за ним побежала. Ребята, мы должны его сейчас замочить. Получается, ЛТВ, у тебя плюс одно очко. Спасибо. Да блин, да блин, блин. Это что такое творится? Так, и... Хопа, ну и что, ЛТВ? Красиво я тебя замочил. Ну, раз ЛТВ у нас победил, ты будешь и начинать. Так, подождите. А еще один? Я еще остался. А, все, Флайнг выиграл. Флайнг, ты молодец, только а где он? А вы его убили?
Да, все. Флайнг, давай, бери хедкраба и начинай. А мы с тебя поугараем. Вот сейчас я должен победить 101% с половиной. Давай, Дима, все, выиграем, да? Так, инфу, где он? Я чуть не засунул. Он у нас, сдох. В тумбочке. В тумбочке. Ой, на тумбочке. Давай, нападай. Давайте такое какое-то место найдем, где он не сможет нас достать. Слышь ты, хедкраб вонючий. Я к вам, все. Интересно, он допрыгнет ко мне сюда или нет? Не знаю, наверное, нет. Хотя вариант есть. Вариант. Ну я ж допрыгнул. Ну ты допрыгнул, да. Ну блин, хедкраб. Я люблю смотреть, как люди играют за хедкраба, который очень плохо играет в Гриз. Вот. Сколько у тебя часов наиграно? У меня... Ну где-то 600-700. А, не, значит ты хорошо играешь. А за хедкраба сколько часов наиграно? Один. Одна минута, я понял, как сейчас. Ну удачи тебе, хоть кого-нибудь выиграть, мы все пошкерились очень красиво. Только нас видно, конечно. Не, ну нас-то видно, но зашкерились в таком месте, где ему тяжело будет достать. Не, достать возможно, гусунек-то прыгал сюда. А можно на телевизор как-то запрыгнуть или нет? Да. Я чуть из-за коля не умер. Иди отсюда. Там бежит хедкраб. Я просто на самом видном месте. А, я не могу дальше прыгнуть. Ладно, я буду телевизор смотреть, выключенный. А я смог за Дим залезть, вот я сверху. Ну видишь, как ты шаришь? Он к вам идет. А нет, он на диван. А он не знает, как запрыгивать сюда. Я на видном месте сижу. Давай, а мы тут. Ты меня бьешь? Пошли. Пошли за мной. Пошли быстрее, о, быстрее. Сюда. Быстрее, быстрее, быстрее! Да не пугай меня! Да зачем ты это... Так это он специально так сделал, чтобы я проиграл? Я думал, у тебя много хп. У меня было 100 хп, он просто на голову прыгнул мне. Блин, а я не знал, что он за тобой пойдет. Не знал, пошли за мной и смотри, как он тебя сейчас убьет. Ой. На тебе! Эх ты, вонючий кот, а! А теперь я в шкуре, да? В шкуре хедкраба побываю. В шкуре, да. В шерсти. Хедкрабы шерстяные же. И тучка кожаная. Так, я кота согнал вниз, и теперь надо красиво прыгнуть. Ах ты! Ах ты, голова шерстяная. Может, в телевизоре? Ой, в холодильнике. Да. А есть! Контакт! А я могу за хедкраба бить? О, Саня. Давайте поиграем за этого челика. А, он туда не сможет возродиться. Хорошо. Нас уже трое, пацаны. Привет. А что, в параше никого нету? В смысле? Вон есть, сверху. Привет, Дима. А я не вижу никого. Над тобой буквально. Надо мной? А как ты туда залез? Паркур. А мы ж не паркуристы. А кто? Мы а как? Надо его убить. Я не могу. Да ну это шутки? Что ли? И не шутки. О, я знаю, что сделать, чтобы вы не лазили высоко. Смотрите, что мы сейчас прикольную тему сделаем. Чпоньк. А теперь вы не сможете спрыгивать с высоты, потому что вы будете разбиваться в хлам. И вы ничего вы к нам не запрыгнете. Да я-то понимаю, ну блин, а что ж делать тогда нам? Смешно, да? Да, смешно. А мне не смешно. Реально смешно. Отлично, еще одного убили. Нет, это хедкраб. Только у нас проблемы. Это ЛТВ вроде сюда можно залезть. Куда? Есть! А, это я умер. Блин, да это какой-то прикол, что ли? Да, Саня, привет. Снова. Да блин, это не прикольно, что вы залазите по высотам. Ну мы уже все, мы получаем урончик от этого. О, флайнг слился. Ух ты. Да иди ты, Кео. Коля, я понял, как ты туда запаркурил, я к тебе иду. Не надо. Да блин, да ну голова, ну куда ты за штумбочку завалилась? А почему так? А, ну давай поиграем. Салочки, давай. Ой. Зря, 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 нас уже двое, мы сейчас тебя замочим. Стоять! Тихо, опа, слышу, кого-то крякнули еще. Есть! Есть! Вот ты, конечно. Еще одного слили. Да что, я просто профессиональный хедкрабальщик. Да? Хавальщик. Есть! Да блин, ну давайте, давайте. Сколько у тебя жизни осталось, голова? Ну блин, я же свое. Свое. Да ну блин. Молодец, ЛТВ. Так, у него чуть-чуть жизни осталось. Кто там крякает уже? Это я случайно. Ну блин, ну стой. Ну пожалуйста, так. Давайте подумаем, как его можно обмануть. Так, давай ты с той стороны, я с этой. Эх ты, блин.
А все, поздно. Белый плащ. Нравится? Вот гад. Нет. Фу, мы сейчас... Ты мне будешь нравиться, когда ты будешь хэдкрабом уже. Фу. А таким надо быть. Я буду в проходе стоять. Отлично. Я блин, тут кассеты кто-то понабрасывал вонючие. Есть! Есть! Возможно залезть и там хитбокс, из-за которого просто вылетаешь. Оля, нет, как нам тебя достать, вот скажи. Не знаю, я... Надо как-то с каната допрыгнуть до него. Давайте это все-таки попробуем это реализовать. Прыгай. Тумбочка, головой все тумбочки разбил уже. Я не могу с каната просто запрыгнуть туда, у меня что-то не получается. Видишь, ты тоже не можешь. А, не можешь. Вот видишь, тут типа... О! Текстурка, оно потом получишь, да ну, блин! Да ну! Где вы там? Да мы на тумбочке! Я убил его. Да что ж такое, хэдкраб, ну ты можешь быть хэдкрабом? Дим, я убил его. А, все? Он убил меня. Да, я да. Ой. Я ах ты, блин, в ванной хотел покупаться, не получилось. Вдруг лежит. А где вы? Так, пацаны, кто еще живой? Че, мы всех убили? Я был последним, что ли? Да. Зачем? Че, и гусанька убили? Да. Я еще жив. А че ты молчишь? Че, блин? А я это, специально. Специально, чтобы раунд кончился, да? И ты типа выиграл на крысу. Да. Ля ты я крыса. Уже... Я уже был рад. Так, и я... Где? Давайте, я в красной комнате. А, ну давай, я знаю, где он на лампочке сидит. Как всегда, выбирает самые такие места, где тяжело хэдкрабом достать. Его нету. Гусанек, ля ты крыс. На! А, это наш. Да блин, пацаны, ну хрякаете! А я его не вижу. Так я вот в красной комнате. Ну ты вот в красной комнате. А, нет. А, вот ты на люстре сидишь. Разбиваться сильно. Я уже упал. А как он туда за... А, я понял, по канату, да, можно? А если мы будем спрыгивать, мы будем разбиваться? А, все, он убежал. Все, давайте, прыгаемся за ним. Ха-ха, такие попрыгунчики бегут. Наша. На диване. Слышь ты, диванчик, слазь. А я думал, тут пробежит. А, все-таки он тут пробежал. Чуть-чуть не успел. Извини. Гусанек, ты хочешь быть победителем в этом ролике, да? Да. Ну давай, сейчас продержишься дольше всех, ты будешь лучшим игроком. Ай! Эх ты! Ну есть! Блин, ладно. Не продержался ты дольше всех, хотя ты, наверное, дольше всех продержался. Ну, тогда у нас кто будет начинать? Раунд номер 3. ОЛТВ хочет быть за хэдкрабом. Давай, начинай. Вижу первую уже. О, канат. Железную. Отлично. По плитке убивай, походим. Уже. О, тут посуду даже можно быть. На! Ешь стак. Так как ты это сделал? Я хотел стаканом тебе воды дать попить. Это прикол какой-то. Да это нечестно. Да, конечно. Ты что, я вечно сливаюсь, как рахитоид. Ты сейчас скажешь, что ты поддался. Не, я не поддавался уже. Эх ты. Ну ладно. Эй, блин, да что вы такие... Есть! Есть! Николай, ты теперь с нами. Есть! Опа. Так, как же тебя достать? А, по канату, да? Ну давайте, полезли наверх. Нифига, по канату. Туда снизу канату. Поймали, я убегаю. Что за рыгаки там? Рыгание. Это кто хрюк? Такс. А как мне его достать? А если я сейчас прыгну, я не разобьюсь? Ай, подушка, должна ж мягкая быть, почему она каменная? А, я с этого места начал. Так. Ну что, последние твои слова. Мои? Тихо. Так-так, пацаны, ждите внизу, я вам сейчас спрыгивать будет. Эх ты, блин, ну ноги новые! Эй, и пучка, ой, тучка! Ну стой! Нет. А мы не будем тебя убивать с пацанами, да, пацаны, вы даете слово хэдкраба? Съедим его сегодня. Я вам всем хлеба сдам. Так, смотрите, сейчас я буду здесь стоять, он по-любому будет тут пробегать. Ждем. Так. Итя! Ах ты, блин, ты меня на меня наступил немножко. Да. Пучка, ну что ты убегаешь? Все, давайте в красную комнату все. Кошара. Привет. Эх ты, блин, да как ты уклонился? Голова ты пластиковая. А гусунек живой? Да. Да ты опять молчишь, ты мне страшно уже так, понимаешь? А я знаю, где он. Он в холодильнике тухлое мясо ест, сейчас посмотрим. Я убил Сержа Тайма. А как нам его замочить, пацаны? А мы не достанем, да, его никак? Да, ну вы должны достать. Должны, ну не можем же. Ну, получается, по канату надо запрыгнуть сюда.
Потом на откос и на картину. Это фу какой-то, я не знаю, ну как это А я последний, как я понял, тоже остался. Так лапки прикольно свесил. Ой, да что ж такое, ну пацаны, ну мы же свои все вроде бы. А... Да не, мы не можем его так достать. Так, ну легенда уже, ой. Блин, нас весело, как всегда. Такс, такс, я уже ближе. Да флейнг, блин. Блин, я не могу так туда запрыгнуть. Ну, гусанёк, ну так нечестно. А ты один остался или еще кто-то есть? Ну, походу, да, один. Круто. Ну давайте будем мучаться. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну блин, животы новые. Все падают и крякают здесь. Все, давайте. Ах ты, блин, я хотел за хвост укусить. Что, блин, убежал. А куда он побежал, я его не увидел. А вот он. Опять на диван пошел спать. Кошара. Вот он. Пацаны, тут веревочка есть, тут легко запаркурить, смотрите. Ой, блядь, ай! Я не знал. Да давай, иди сюда. А, спасибо. Пацаны, надо его мочить, друг друга не надо. Хотя я сам так делаю. Все, отсюда он уже не выйдет. Фух, я победил. Ну победил, да. А, все, тебя замочили? Да, я замочил, да. Ну все, гусунек, ты в этой серии победитель. Конечно, мы специально перед серией договорились, чтобы ты победил, но чтобы ты не обижался. Мы тебе все поддались, да, пацаны? Да мы все поддавались. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.